смотрите, народ, я начал к чужому коту приставать во дворе, и он меня начал избивать. Вот, смотрите, беру травинку. Вот, смотрите. Он вместо того, чтобы травинку бить, он меня начал мочить. Лапами бить меня начал. Так сильно, так хлоп-хлоп. О, видите, какой чистенький, ухоженный, помытый кот. Такой хороший домашний кот. Только вот надо бы, конечно, чтобы ему ошейник повесили, потому что без ошейника нельзя. Он очень умный. Он видит, что это... Ай, ой, ай, блин, больно. Он, короче, видит, что травинка получается... Не травинка его трогает, а моя рука держит травинку. Он бьет сразу по руке, вместо того, чтобы по травинке бить. О, видите? Это ваш котик? Да.